Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я чувствую себя опустошенной и пустой. Я сходила на стажировку, после нее меня не взяли. Мне надо продолжать дальше работать. Мне не хочется, я все время думаю о том, что я сделал не так. Почему меня не взяли? Ощущение, что мной попользовались и выкинули. Или другое. Я сходила в клетку к тигру, где меня немного поцарапали, чуть-чуть покусали. Надо продолжать жить дальше с этими ранами. Хочется жутко отомстить за все, потому что мне директор сказал, что готов был меня взять, но как только я подняла тему денег, все быстро для меня закончилось. На мой взгляд, здесь есть несколько моментов, таких вот чисто поведенческих моментов, вот, два. Первый момент – это то, что человек чувствует себя, так как вы, опустошенным. Как правило, тогда, когда он делает как-то все ставки на что-то одно. То есть вот вы пошли на стажировку и как-то сделали всю ставку на то, что вот вас возьмут на работу. То есть вы почему-то как-то вот не допустили, не допускали того, что вас могут не взять. И, собственно, наверное, в этом и заключается такой самый главный мой вопрос здесь. Как получилось, что вы не допускали того факта, что вас не возьмут? Конечно, чисто формально вы об этом пишете. Вы пишете, что директор сказал, что готов был меня взять. Ну, на мой взгляд, вас обнадежили, да. То есть, вам дали надежду, да. Но почему-то вы слишком в это вовлеклись. Как будто бы вся ваша жизнь в какой-то момент стало зависеть от этого. А ведь это, на мой взгляд, совершенно не так. Вот. То есть, вот это первый момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Ставка. Ставка и то, что вы вот очень-очень сильно в это вовлеклись. Вот. Второй момент. Вас это задело. Второй момент, то, что вас это задело. И задело вас это, достаточно сильно. Тоже очень важно, на мой взгляд, понять и увидеть, каким образом вас это задело. То есть, либо здесь у вас есть трудности с самооценкой, и тогда одно дело, если у вас проблема с самооценкой. Тогда один момент. Либо здесь есть как-то игнорирование своих личных границ. То есть, грубо говоря, игнорирование того, что вам, например,
не по душе, того, что вам не нравится, того, что вам кажется так или иначе неприемлемым для себя и так далее. То есть вот эти вещи здесь с вами вполне возможно опускаются. Эти вещи вами здесь вполне возможно игнорируются. То есть как, часто ли происходит такая история, что ваши личные границы нарушаются, и вы на это реагируете, ну, я бы сказал, несколько запозданием. Вот очень похоже, что то, как вы реагируете вот на эту, ситуацию, вот очень похоже, что вы с запозданием, сильно запозданием реагируете на то, что ваши личные границы нарушаются. Вот. Ну и последний момент, на который я бы хотел обратить внимание, это то, что как будто бы вы, идя на работу, решали и, вероятно, продолжаете решать совсем не рабочий вопрос. Вот. Ну, при этом, конечно, вы забываете о том, что к вам-то по-прежнему относятся как к возможному, ну, как к возможному сотруднику. Вот. То есть вы для человека, вашего работодателя, остаетесь просто соискателем, который, ну, который может быть удобным, да, а может быть и неудобным. Но вот вы в данном случае просто стали более неудобным. Но вас это задело. И вот это, наверное, говорит о том, что вот, судя по тому, что вы хотите отомстить, то есть откуда в данном случае возникает желание мести? Из-за ощущения несправедливости. А само по себе такое вот чувство несправедливости, да, оно, как правило, берет свое начало из, ну, такой, знаете, попытки как бы оправдать что-то свое. То есть для того, чтобы мне, например, иметь на что-то право, да, я должна злиться, я должна чувствовать несправедливость, ну и так далее. Конечно, вам неприятно то, что происходит. И это скорее нормально, то, что вам неприятно. Ваши чувства обиды, злости, можно прожить, ну, помочь вам прожить их. Психолог мог бы вам в этом помочь. Выправить свое восприятие себя, да, которая у вас сейчас, на мой взгляд, несколько
искаженно, не только по причине этой ситуации. Мне кажется, что эта ситуация, она не единственная такая. Вот. Тоже можно. Но вам необходимо, вам желательно сформулировать свой запрос для психолога, чего вы хотите. Потому что в данном случае вы просто, ну, пожаловались, да, просто вот как бы рассказали о ситуации. Ситуация, конечно, неприятная, никто не спорит, но поскольку вы рассказываете ее нам, а мы, соответственно, с ней, с этой ситуацией знакомимся, вот, то хотелось бы, конечно, знать, чего вы хотите в будущем. А вот, хотелось бы, конечно, знать, как вы видите, например, свои действия, ну, в этой ситуации, вот. Хотелось бы знать, что вы планируете, ну, делать, условно говоря, вот, и так далее. То есть вот эти все вещи, вот эти все моменты хотелось бы прояснить. А пока у нас, ну, к сожалению, пока у нас больше вопросов, чем ответов, и как бы и все, в общем-то. Вот, поэтому мне очень жаль, что вы оказались в такой ситуации. Мне очень жаль, правда, очень жаль. А я вам сочувствую, вот, и с большим удовольствием мы вам поможем, если, ну, если вы позволите, да, то есть если вы, ну, разрешите. Вот, но для этого нужно ваше желание, как минимум, пока что, вот. Такого желания пока я не увидел, да, я увидел желание пожаловаться. Может быть, для вас сейчас это единственное желание, вот, и если так, то ничего страшного в этом нет. Если вы злитесь сейчас, то это нормально. Как бы злитесь, не держите в себе эти чувства. Вот. Не пытайтесь как-то это подавить и сдерживать. Единственное только, наверное, чтобы, ну, без вот какого-то деструктива, да, для себя и для других, вот. А у вас на данный момент я хотел бы спросить следующее. Как часто возникает у вас ощущение, что вам, ну, должны? И возникает ли вообще такое ощущение у вас, что вам должны?
Потому что вот, судя по тому, как вы себя ведете, вы считаете, что начальник должен был вас вот. И не мог отказать вам. То есть он вообще не имел права вам отказывать. Вот. Ну, понятно, что это не так. Вот, понятно, что начальник был фактически-то вам чужой человек. А, вот. И понятно, в общем-то, что он, как и любой, наверное, преследовал свои какие-то цели, да, свои какие-то, он преследовал интересы, вот, то есть ситуация сама по себе, она, ну, не какая-то необычная, вот. Но то, что вас это так сильно задело, говорит о том, что, вероятно, проблема копилась и уже не первый день, может быть, даже не первый год, может быть, даже больше. Вот. И было бы, конечно, мне кажется, идеально, если бы вы эту проблему постарались бы заметить, если бы вы эту проблему постарались бы выделить, выявить, было бы хорошо, если бы вы ну, обратили бы на нее внимание. Сейчас вы, на мой взгляд, закрываетесь, вот, уходите в, ну, в разные чувства, вы уходите в обиду, да, вы уходите в агрессию, вы уходите в требования, ну, к начальнику, вот в данном случае вы уходите в требования, вы уходите вместе, вот. Но почему-то чувствуете себя опустошённым, вот. И вот, собственно, то, почему вы чувствуете себя опустошённым, на мой взгляд, является очень важным моментом. Не то чтобы вы не должны себя чувствовать опустошенным, нет. Я думаю, что вполне вы имеете право. А просто вы сами бежите от такого своего проявления. Ну, может быть, от проявления слабости вы бежите в данном случае. Может быть, вы бежите от чего-то еще. То есть вот в данном случае так довольно сложно сказать, как конкретно. Совершенно точно вот от чего-то вы убегаете. Ну и совершенно как бы очевидно, что от себя не убежишь. Потому что, ну, вы сами с собой
так или иначе будете взаимодействовать. Вот. И можно, конечно, пытаться засыпать раны. Вот. А можно позволить ранам дышать, вот, для того, чтобы они быстрее заживали, вот. Но в данном случае, конечно, все зависит от вас. Вы либо позволите своим ранам быть и позволите им болеть, или вы будете всячески стараться их заглушить, всячески стараться сделать так, как будто ничего, ну, вести себя так, как будто ничего не произошло. Вот. Хотя на самом деле произошло и что-то для вас очень серьезное. Вот. Так что здесь вы проявляете к себе невнимательность, нечувствительность. А отсюда вполне возможно, что вы так болезненно достаточно реагируете на то, когда к вам проявляют какую-то холодность и так далее. Нечувствительность, корость. То есть больнее всего ранит то, что есть в нас самих, понимаете? И вот то, как вы описываете эту ситуацию, я бы сказал, что вот вы себя раните, ну, в первую очередь, самостоятельно. Вот. К сожалению, большому. Ну, хорошая новость в том, что можно перестать это делать. Хорошая новость в том, что можно перестать себя ранить. Вот. То есть никто вас не заставляет этого делать. Тем более на постоянной основе. Вот. Вам нужно только рискнуть. И вот, чтобы такая возможность у вас появилась, возможность для риска, чтобы у вас появилась, и нужен, на мой взгляд, психолог, чтобы вас поддержать, чтобы вам помочь, чтобы вы смогли увидеть, может быть, свою жизнь под другим углом. Может быть, себя под другим углом. Может быть, других людей под другим углом. Ну, на мой взгляд, это не так важно. Важнее, чтобы вы в принципе начали менять свое восприятие себя.
ведь именно оно у вас ранит. А если есть какие-то трудности, если есть какие-то проблемы, если есть какие-то, скажем так, моменты, беспокоящие вас, то лучше решать их непосредственно, а не сублимируя в ту или иную деятельность, в другую. Это то же самое, как идти на работу и решать вопросы своей личной жизни. Это то же самое, как через, например, семью стараться, ну, какие-то другие аспекты решат. Такие люди есть. Есть люди, которые действительно так действуют. Есть люди, которые действительно так поступают. И можете мне поверить, что счастье у них от этого не прибавляется. Вот. Ну, в принципе, как-нибудь не прибавляется счастье и у вас, к сожалению. А на этом все, пожалуй. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я надеюсь, что мой ответ был вам как минимум полезен. Надеюсь, что вы для себя извлекли что-то новое, что-то интересное, что как-то откликнулось бы вам. Я был бы этому очень и очень рад, потому что это помогло бы вам двинуться с мертвой точки. Ну, а я со своей стороны буду вам благодарен за обратную связь. Буду вам благодарен, если вы сформулируете ее, свою обратную связь, я имею в виду. Вот. Если вы дадите ее, это может послужить для вас хорошим началом для психотерапии. Вот. Хорошим началом для работы над собой. Желаю вам удачи, всего самого доброго. Обращайтесь.